Сегодня готовим мы блинчики с творогом. Для этого нам понадобится 2 яйца. То, конечно, просто венчиком не разбивайте, а просто смешивайте. А если делаете это на миксере, то желательно поменять лопатку. И теперь включаем на двоечку, на небольшую скорость, 650 миллиграмм молока. Немного муки. Муки нам понадобится 280 грамм. Hi.
Oh.